Обращаюсь к компании Дуйнова Solar Group Мотор Колесо. В чем уникальность технологии? Вот так выглядит главная страница. Мотор колесо по технологии Дуйнова — это первый в мире асинхронный электромотор с обработкой типа Славянка, обладающий уникальным соотношением мощности и энергопотребления. Вот здесь можете просчитать, да? Увеличение поездки до 25%, характеристик разгонных на 30%, максимальная скорость на 10%, увеличение крутящего момента до 50%. И область применения асинхронных двигателей. От производственных машин до ветровой энергетики. Ну и электромобили, электрокары — это уже само собой. Так, ну здесь история развития. Как видите, с 95 года. То есть разработка началась 20 лет назад, ребята. Это о чем-то говорит. Вот команда. И вот этапы развития. Вот сейчас идет пятый этап развития. В октябре 6 числа, то есть 5 включительно, 6 уже все. Будет переход на 7 этап развития, друзья. И чтобы вы немного понимали, я нашел цены по этапам развития. Вот 7 этап, какие будут цены на пакеты. Вот я зашел на 4 этапе на $2000. Вот у меня здесь стоит количество акций 1 030 000. Вот на 7 этапе, ребята, будет 786 000. Понимаете, насколько дисконт режет акции? То есть 200 плюс, по-моему, тысяч. Ну давайте посчитаем. 1 030 000 минус 786 000. Неплохое, да? В общем, дисконт увеличивается в разы, точнее, уменьшается в разы. Вот на эту сумму я теперь могу приобрести на 7 этапе только 786 000 акций. Меньше почти на 300 000. Почему это делается? Да все очень просто. Потому что риски уменьшаются. Смысл платить компании вам в будущем больше, если рисков меньше. Встреча прошла в Москве. Вот здесь о компании рассказано. Предлагается инвестору. Вот, все инвесторы будут 50% прибыли от компании будет делиться между всеми держателями акций. Ну а остальные 50% компания Дуйнова забирает 25% и менеджмент. Презентация, посмотрите, очень интересно. В общем, вот сам Дуйнов, награды, дипломы. Вот такая информация на первой странице. Так, теперь мы зайдем с вами в кабинет. Ну, условия инвестирования понятно, а компании вот подробнее можете почитать вот здесь вот. Теперь мы с вами зайдем в кабинет. Покажу, что собой представляет кабинет. У меня стоит двухфакторная идентификация. Ребята, в который раз говорю вам, относитесь серьезно к своей защите. Относитесь. Хотя вот на встрече в Москве там был задан вопрос по поводу кабинета. И Павел, он отвечал, что защита очень серьезная. Но, ребят, какая бы защита ни была, большинство зависит, безопасность зависит прежде всего от вас. Не поленитесь, выпишите на листочек бумаги там куда-то свои, составляйте сложные пароли,
установите двухфакторку. Понимаете? И самое главное, не светите свои коды и свои пароли сторонним людям. Сейчас зайдем. Сейчас я введу в код двухфакторки и зайдем в кабинет. Вот так сегодня выглядит кабинет. Как видите, здесь счетчик. До смены инвестиционного этапа осталось 3 дня 6 часов 20 минут. Вот такие вот пироги. Дизель Торнадо. Торнадо, да? Виктор Аристов рассказал, как проходят работы над будущим. На встрече был флаер. Участники все получили флаер. На бонус к 5% к инвестициям в проект. Так, вот давайте вот эту новость посмотрим. Такой вот обзорный ролик, друзья, видите, в Китае электробайк. Я видел, где проходили не испытания, а просто сравнивалась поездка. То есть обыкновенный велосипед Дуйнова, он развивает скорость 100 километров плюс. То есть есть ролик в интернет, можете сами найти, посмотреть, где едет машина и едет человек на велосипеде со скоростью 100 плюс, легко обгоняет машину. То есть моторы очень мощные, КПД высокий. И понятно, что в Европе в связи с введением новых требований к двигателям мотор Дуйнова будет пользоваться огромной популярностью. Так, уже есть продукция, выпускается.
Потом, что еще? Давайте по кабинету. Третий этап завершен. Четвертый этап. Так, давайте все-таки теперь поговорим. Мы как инвесторы, нас интересуют условия инвестирования прежде всего. Поэтому перейдем в раздел инвестиций. И вот на сегодняшний день, как видите, да, на 10 месяцев в рассрочку вы можете приобрести пакет 182 500 акций. То есть раз в месяц выплачивая по $50, я думаю, это доступная цена. Каждый человек может позволить себе поддержать проект, что и самому в будущем стать богатым. Мы же инвесторы, мы хотим в будущем зарабатывать хорошие деньги. И вот мы будем получать дивиденды с такого количества акций. Номинал стоимости одной акции $1 США. Я сначала тоже приобрел этот пакет. Ну, в сфере последних событий увеличил его до $2000. То есть, ну вот видите, у меня 1 030 000 акций, а здесь уже 930. И вот я вам показывал таблицу. И вот такое количество акций будет на 7-м этапе, друзья, видите? Вот мой пакет 786, а вот этот за $500 157 500 акций. 157 500. А сейчас 182 500. Чувствуете разницу? В разделе банкинг вы можете пополнить свой депозит основной. Здесь есть два депозита, основной счет и партнерский счет. Вводите сумму, и у вас открываются платежки. Вот, используя эти платежные системы, вы можете легко пополнить свой основной счет. И уже с основного счета вы приобретаете акции. Движение по счетам здесь, пожалуйста. И партнерам. Ребята, рассказывайте, помогайте вот этот проект воплотить в жизнь. Он достаточно уже плотно стоит на ногах. Посмотрите, у меня на обзоре есть полная версия встречи в Дуйнова в Москве. И вы поймете. То есть продукция, лаборатория, пусть миниатюре, она уже существует. Она уже сейчас компания может принимать заказы. Не крупные, но уже может. И эти деньги направлять на свое развитие. Вот партнеры, пожалуйста, у меня вот люди зарегистрированы, но кто-то еще думает, кто-то решается. Ребят, не знаю, что вы думаете. У вас есть осталось буквально вот сколько? 3 дня, чтобы по старой цене приобрести пакет акций. Так, здесь же можете зарегистрировать партнера. И вот о чем я говорил, партнерский счет. Вот вы помогаете компании, компания вас благодарит процентами, то есть люди инвестируют, вы получаете процент. И вот с этого партнерского счета вы можете перевести деньги на основной счет, чтобы оплатить свои акции. Либо, если хотите, можете вывести себе на кошелек. Я перевожу на основной счет и потом оплачиваю акции. Либо добавляю, если не хватает денег. Вот мне надо в течение 20 месяцев выплачивать по $100. Я гашу досрочно обычно все рассрочки. И вот это очень удобно. С партнерского счета перевел вот $10, да, допустим. Мне же не 100 надо платить, а $90. Хорошо, отлично, ребята. В разделе «Мои документы» можете зайти посмотреть. Оформление уже начисленных долей сделать. Приложение к договору. Вот, пожалуйста, смотрите. Все есть. Ну и, конечно, самое интересное – это новости. И вот здесь вот раздел «Помощь» в самом низу, друзья. Кому что-то непонятно, есть какие-то вопросы, здесь не просто текстовые ответы есть, но есть еще видеогид в
помощь, можете перейти в раздел «Видеогид», и все здесь на видеообзоре есть инструкции. Ну, такой вот кабинетик. Ребят, я инвестирую, я тоже присматривался к компании. Зашел на четвертом этапе, и я не жалею, ребята, вообще не жалею. Особенно вот после этой встречи в Москве. Посмотрите обязательно. Там вначале идет такая вступительная часть, а потом начинается самое интересное. Ответы на вопросы люди задают. Ну, правда, видео длинное, там порядка около 3 часов, если все будете смотреть. Но это того стоит, поверьте. Государству вы не нужны. Никто вам не принесет на голубой каемочке. Зарабатывайте сами. Вот если вот так вот честно, да? Сиди дома в будущем, плюй в потолок и получай свои проценты. Вот она, твоя пенсия. Сейчас заработал головой, приобрел акции. Потом будешь отдыхать. Но сейчас надо компании помогать встать на ноги. Это в интересах каждого инвестора. Поэтому, друзья, рассказывайте людям, сами участвуйте. Всех приглашаю. Ссылки на регистрацию внизу под видео. Вот открыли новый конкурс хэштегов. Напишите пост о проекте, укажите хэштег Duyunov218, получите приз. То есть постоянно компания развивается. Ребята, инвесторов, я не помню точно, 116 стран мира, по-моему, инвесторов уже более... цифра была озвучена то ли 85 тысяч на встрече, то ли что-то около 90 тысяч. Но по факту, наверное, намного больше людей следит за проектом, это понятно. Просто инвестируют еще не все. Риски разные, люди разные. Поэтому вот кто-то решается, кто-то, видите, зашел на первом этапе развития проекта. Я тоже на первом не зашел, я зашел на четвертом. Но, ребята, труд человека, посвятившего этому 20 лет, какая еще гарантия того, что это самое, что проект выживет? Самая лучшая гарантия. Человек положил свою жизнь на этот проект и успешно развивается. Не ходил, поспрашивал, пытался найти альтернативный способ инвестирования, в итоге был найден. То есть это мы с вами. А все остальные чиновники, банки, все требовали контрольный пакет. Дай нам контрольный пакет акций и ради бога, да? Дуйнов от этого отказался. Он пошел другим способом. Он рассказал людям о своем изобретении, о том, чего он хочет добиться. И он идет к этой своей намеченной цели. И не раз подчеркивает, что проект в первую очередь коммерческий, чтобы инвесторы хорошо заработали на этом проекте. Так что вот такие вот, друзья, новости. Проект рассчитан на 3 года. Но год уже прошел, осталось пару лет. Что такое время, ребята? Вот вспомните. Есть наверняка у каждого человека есть в жизни какие-то моменты, о которых он жалеет. Пожалуйста, не упускайте шанс. Вот как называется, как говорится, звезды сошлись. Вот, пожалуйста. Инвестируйте. Чтобы потом не кусать себе локти и говорить: а, у меня была возможность. Так, ну вот такие вот новости, друзья. Такой вот обзорчик. Всем хороших заработков, хорошего настроения. И что еще? До следующих публикаций. Ох, еще чуть не забыл, друзья. Вот здесь нажимаете, когда перед покупкой акций, пожалуйста, пройдите верификацию. Вот здесь нажимаете, заходите в профиль и все там заполняете. Верификация делается достаточно быстро и ничего там сложного нет. После этого покупайте акции. Акции именные, друзья. То есть вы, хозяева, будете делать с ними что хотите. Хотите — завещайте по наследству, хотите — продавайте. Я же, конечно, продавать ни одной акции не собираюсь. Все, всем удачи!